Добрый вечер, дорогие любители футбола. Мы с вами присутствуем на удивительном матче. Звезды мирового футбола, все лучшие футболисты, которых себе только можно представить, собрались на этой площадке. Месси, Криштиану Роналду, Кака, Булыкин, а также таинственный игрок сборной России. Честно говоря, пока на общем плане не видно, кто же это. Может быть, Жирков, может быть, Аршавин. Посмотрим. Мяч в центре. И игра пошла. Великолепную технику демонстрируют братья Месси. Двигаемся, хорошо. Ситуация ворот правых. Опасно. И мяч, непонятно, пересек ли линию ворот. Что скажет судья? Да, это гол. Вратарь занес мяч в ворота, так что счет матча открыт. Еще один опасный момент. У ворот правых Булыкин. Забивать надо такие моменты в шпагате. Булыкин едва не переправил мяч в ворота, но получил, судя по всему, травму. Прихрамывая, Булыкин возвращается в поле. И, по-моему, собирается отомстить обидчику, хотя вот этот футболист мадридского Реала совершенно ни при чем. Похоже, он не из футбола, а из карате. Дружок появляется на поле, непонятно, за кого он играет. Возможно, он нейтральный, а возможно, он и за правых играет. Вот сейчас, как он здорово прорывается по флангу, пытается сыграть пас, отбирает мяч и бежит. Вау! Надо водить мяч из-за боковой линии. Нет, игра не остановлена. Судья дает играть. Итак, счет непонятно какой. Игра продолжается. Бекенбауэр, забирай мяч, Бекенбауэр, позор, грубейшая ошибка вратаря. Мадридский Реал здесь с Барселоной обнимается, только вот в таком нашем удивительном матче можно наблюдать такую картину. Тут же ответ правых, забивать надо, Месси, удар в девятку, 1-1. Великолепная игра, самый маленький Месси на свете забивает гол, и счет становится 1-1. Вратарь выбегает из ворот, выбивает мяч на чужую половину поля. И что происходит? Мяч покидает пределы поля. Тормози! Месси, Месси, поосторожнее с ветераном Бекенбауэром. Надо с уважением к старикам относиться. И еще одна атака. Булыкин перехватывает мяч. И Пете пора домой. Ну, смотрите, что это происходит. Обладатель кожаного мяча Пьетро Буффонище хватает этот мяч и несется во весь опор домой. Там стынет борщ. Как же играть без мяча? Никак. К сожалению, матч окончен. Со счетом 2-1 победила команда правых. Мы стали свидетелями с вами потрясающего матча. С вами был Георгий Черданцев. Пойду сварю пельмешек. Нам не все равно, как вы играете в футбол. Покажи свой фристайл и получи призы от М-Видео. Подробности ВКонтакте и Фейсбуке.